Кольцо будет большое. Это, грубо говоря, первый уровень развязки. Тоннель минус первый. Угу. Металлический путепровод. Это второй будет. Работа кипит. Строительство трехуровневой развязки на Змеиногорском тракте в самом разгаре. Переправ возводят с весны 23-го года. В работе задействовано более 200 человек. Как будет выглядеть инженерное сооружение, можно увидеть на 3D-макете. Макет натуральной величины, повторяюсь, масштабы сделаны. Я уверен, что в ноябре мы с вами будем стоять наверху и наблюдать движение по всем этим направлениям. Напомним, трехуровневая развязка на Змеиногорском тракте – проект уникальный и необходимый городу. Пропускная способность участка с появлением нового транспортного узла увеличится в 1,5-2 раза – с 25 до 68 тысяч автомобилей в сутки. Стоимость контракта на строительство внушительная – почти 3 миллиарда рублей. Ход масштабного и дорогостоящего строительства сегодня оценил министр транспорта региона. Мы примерно в 5-6 месяцах до окончания проекта, проект крупнейший в Алтайском крае, ну, в новой истории, скажем так, Алтайского края, поэтому контроль особый. Рисков пока никаких нет, но учитывая такие довольно материалоемкие работы, мы здесь присутствуем. Львиную долю автомобильного потока возьмет на себя подземный тоннель. Его протяженность уже составляет половину от запланированного. Порядка 250 метров из 500. Пока работы идут в первой части тоннеля. В настоящее время выполняются работы по устройству подпорных стен тоннельной части. Выполняется монтаж металлических балок пролетного строения металлического путепровода. И выполняются работы по устройству дорожной одежды на многополосном кольцевом пересечении. В июле изменится схема движения транспорта на участке. Дорожники построят транспортное кольцо примерно в 100 метрах от существующего. Это необходимо для того, чтобы продолжить строительство тоннеля на участке Змеиногорского тракта в сторону центра города и для обеспечения непрерывных работ по расширению дороги в сторону Южного тракта. Елена Кузовкина, Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком.